Ресницы красит. Не отвалится? Нет. Нет, точно. Красивая, да? Как будто в бородавках вся. Так. Доброе утро. Всем привет. Готовим завтрак. Приятного аппетита, Бонечка. Ты не там сидишь, Боня, это не твое место. Сидит такая. Чуня надела браслет, нравится, да? И, в общем, сегодня планы у нас поехать в торговый центр и вообще погулять поехать, потому что сегодня погода хорошая, а завтра уже дождь передают. А с бабулей погулять нужно. Да. В торговый центр съездим, потому что она хочет, пообещала деткам купить подарочки. Зачем? Ну, потому что она особо-то ничего не привезла, поэтому она пообещала, что она приедет и купит. Макс уже ждет. Вот, а сейчас мы покушаем, ну и потом будем собираться. Сделала такую розочку из колбаски. Увидела в этом, в Инстаграм, лайфхак, как сделать розочку из колбасы. Я тоже видела в ТикТоке, да. Мы уже в дороге, поехали в торговый центр. Коша с нами не поехала, не захотела. Бабуля сидит впереди, потому что, ну, там ей удобнее. Ножки там может вытянуть. Я теперь здесь буду сидеть с детками. Вот бабуля там будет теперь у нас сидеть. Там места много, ножки вытяну и удобно. Коллекционируешь Феррари или что там у тебя? Вот Феррари. Есть у него такая? Among Us. Это просто фигурка? А тут можешь надеть. Ну вот выбери, какой тебе нравится. А тут шапочки можно менять, да? Мне что-то нравится. Вот это вот череп. Сколько он стоит? 40 франков. Ничего себе. Угу, смотри. И Макс себе в итоге выбрал машину полицейскую. Покажи хоть. Вот эта машина. А там сзади есть. Там кто-то есть еще? Вот это можно тут Ой. Надеть. А, это сверху надевать, что ли? Так. Менять, да? Угу. Ой, она еще... круто. Там еще и водитель есть. Обалдеть. А Каролина себе купила мангасиков. Сколько там штук? Только самое интересное, что вот здесь запасные шапочки, а шапочки-то менять не получается. Почему-то они не снимаются. А тут зачем написано тогда? Что-то. Зачем тогда их положили, если нельзя поменять шапочку? Просто так, что ли? Я на знаю. Пальчик. Чё? Да, на пальчик. Ну, да. Так, ладно, пускай кушать готовить. Что я сегодня буду готовить? Я хочу запечь грудку индейки. И на гарнир, не знаю, рис, наверное, скорее всего, сделаю. Спрашивали в комментариях, что такое курут. А кто-то даже писал, что правильно курт. Но вот тут написано курут. Я не знаю, как правильно будет. Ой, тут даже еще осталось. Так, значит, курут – это национальный сухой кисломолочный продукт. Состав, значит, молоко нормализированное, соли йодированное, чистые культуры молочно-кислых бактерий. В общем, это из молока сделано. Ну, вот здесь написано курут. Ну, не знаю, как правильно, я говорю так, как написано. Вот, вкусненький. Ну, не всем нравится, но любителям мне нравится, например, потому что он такой солененький. Все, поставила я индюшку, я ее замариновала специями, там всякими разными посыпала. И пусть она у меня готовится. Оставлю макарошки, нужно их доесть. А завтра уже могу другой гарнир приготовить. Да, Каролин? А, Каролин? А? Заметили, что Каролину подстригла. Немножечко слегка я ей срезала кончики, потому что они были прям сухие совсем. Поэтому у нее немножко стали такие коротенькие волосики. И обесцвеченные остались. Давай ты нормальные мультики будешь смотреть. Мама! Не мама. Ресницы красит. Не отвалится? Нет. Нет, точно? Если отвалится? Валится. Без ресниц останешься. Такие длинные реснички. Красивые. Еще рано тебе. Еще маленькая. Сидит влог наш смотрит. А? Я говорю, влог смотришь наш, сидишь. Интересно? Да.
саму на себя посмотришь со стороны. Страшно, ужасно. Ну а при чем, баб, ну ты чего? Ничего не страшное, очень красивое. Да. В общем, у Бонни пока изменений никаких нет. Она вот кушает только хорошо, а так, в принципе, у нее да, там... Да, мам, собака не может. Пока ничего не видно. Сисечки не набухли, ничего нет. Может быть, еще рано. Да, мама, собака но еще месяц не прошел. Кушать только много, и все, больше ничего. Будет очень жалко, если никого там нет в животике. Будет очень жалко. Бабушка сидит, смотрит влог и плачет. Который вот вчера вышел с первой встречи с девчонками. Сидит, плачет. Фотографию печатает Маргоша. Интересно, так печатает он по цветам. Сначала желтый добавляет, потом розовый добавляет, голубой добавляет и белый. И в итоге получается вот такая вот цветная фотография. Качество, конечно, лица не очень видно. А еще какой будешь печатать? Я уже выбрала, а нужно ждать. А, нужно ждать, он сам будет. И много в нем краски. Вот он сначала желтый цвет выбирает. Вот она вся желтая появляется. Потом выходит. Теперь розовый. Прикольно, я первый раз вижу такой. Ну, теперь полная фотография. Вы сегодня фотографировались? Да. Угу. Сейчас последний. Колесо смоет полы. Бонни, уходи. Я здесь перебираю вещи. Бабуля наша, когда вот я улетала, была здесь и, в общем, все перестирала. И вещи все перепутала. Она не знает, где чьи футболки, кофты, штаны. В общем, все подряд. Здесь и Ксюша вещи нашла, и у папы там в шкафу тоже придется перебрать все вещи мои, потому что все перепутано. Вот это все летнее. Я уже все буду убирать, все шортики, футболочки. Заодно перебираю все летнее, потому что... Мы поехали за подарком для бабушки. Устроим ей сюрприз. Она не знает. Она осталась дома, не знает, что мы поехали. Взяли Ксюнчика с собой. Взять планшет. Потому что она смотрит... Планчарла рупа. Нет. Она смотрит свой телефон, маленький там экранчик, не очень неудобно, плохо видно. Айпад, короче. Айпад? Айпад хотим ей взять, да? Короче. Чтобы хорошо, чтобы ей было удобно читать. Она читать очень любит, скачать ей приложение с книжками. И она смотрит YouTube, всякие там сериалы разные. Вот она, айпад. Угу. Вот этот хорошо было бы смотреть фильмы. Этот меньше, но он дороже почему-то. iPad mini. Это 2019 год. Угу. Ну это большой сильно. В общем, хотели мы купить одно, купили другое, потому что хотели купить iPad, но его нет в наличии, и он его нужно заказывать. Вообще все раскупили, ничего нет. И чтобы не ждать долго, в принципе, мы взяли Samsung. Бабушке Samsung нравится, у нее телефон Samsung. Поэтому ей бы телефон тоже заменить. У нее телефон такой старый, уже гонит. Потом ей телефон еще заменим. Нет, она привыкла к Samsung. Я не знаю, как она будет с айфоном, если ей айфон купить. Она привыкла к Samsung. Она такой человек, что вот она привыкнет к одному и все. И потом ей перестраиваться на что-то другое очень тяжело. Пойдем. Чего? Пойдем. Куда? Туда. Потревожили? Конечно. Новые цветы? Нет, вон туда садись. А? Туда садись. Это что? Ну открывай. Это мне? Ну да. Да вы что? Я не могу так рвать плохо. Рви просто, рви. Нужно красиво. Не надо. Это что тут такое? Вот тут тяни. Вау, что тут такое?
А сейчас мы пойдем за тыквами. У нас уже тыквы продают вовсю. Что мы будем с тыквой готовить? Суп тыквенный. Ну, в этом году поменьше тыковок. В прошлом году прям все завалено было, да? Смотри, вот 16. Такие вот, смотри. Да, 4 франка стоит. Красивая, да? Как будто в бородавках вся. Ну, ее жалко резать даже. Ну, конечно, это на украшение. Это для красоты, если только, да? Вот. Это как гномики какие-то, да? Шапочки гномики. Вон там большие тоже есть, зеленые. Тут это стоит 28. Угу. Большие. Это 17. Такие вот. Вот большие. Вот 18 стоит. Ну, это большая сеть. Вот ну, такие вот. Приплюснутые вкусные. Ну, это вот как на украшение или просто, ну, запекать, фаршировать. Запекать, да, как-то внутри что-то это. Вот смотри, какие. Вот такие запекать, ай, да? Мама. Вкусно? Это такая вот красота. Посмотри, как вот это все по два. Да, все по два. Любые, какие хочешь, по два. С нами ездила тоже. А еще чуть продают, Аня. Все, ничего. Только, ничего только тыквы. Тыковки вот набрали. Будем сейчас... Нет, не сегодня будем готовить, завтра будем готовить. Надо еще к супу там взять сливки и что там еще для супа. Нужно что-нибудь к чаю взять. Конфеты покупать. Всегда конфеты будешь покупать? Да. Угу. А мы что, не покупаем никуда? Нет. Какие вот... К чаю нужно взять. Чаю? Ну, бабуля любит чай пить. Если она любит, значит, надо больше брать. Чтобы ей что-нибудь там с чаем, конфетку какую-нибудь, шоколадку. Поехали, поехали, поехали. Так, это острое у нас папа любит. Ну, я тоже возьмем. Остренькая. А еще 5. Я такие оливки никогда не видела. Это просто, я не знаю. Интересно, вкусные или нет? Они с косточками. Немножечко закупились такое основное. Немножечко. Что это такое? Это немножечко. Что такое маскарпоне? А, маскарпоне. Ну, сиалата. Так мы поздно сюда приезжаем вечером. Нужно утром приезжать. Ксюша эту куртку потеряла недавно. Она ее оставила на скейтбордной площадке. И эта куртка две недели пролежала под дождем. И ее никто не украл. Представляете? Ее там просто повесили на перила, да? И она там висела две недели, мокла. И они пришли, главное, покататься на скейтборде. Они пришли покататься на скейтбордной площадке. А там курточка висит ее. Две недельки провисела. Целая осталась. Никто не украл. На ужин я сегодня готовлю грибочки, пожаренные с луком. И сварила картошку в мундире. Сейчас я ее почищу. Потом добавлю булку с грибами. Все, сейчас они немножко потушатся. У меня сливок не было, я добавила молоко. Сливки у меня, оказывается, закончились. Салатик готов. Картошечка с грибами готова. Здесь просто картошка с луком. Все, буду накладывать и будем ужинать. To settle down, day nights and late nights don't get around. Приятного аппетита. Ты уже знаешь, да, что я буду говорить? Ух ты какая. Меня уже знаешь? Это у нас обед, считай, да? Мы же позавтракали в обед, и вечером мы обедаем. Ой, в смысле, да. Позавтракали в обед, и обед у нас вот вечером. Все спать легли. Мы одни остались. Про меня? Да. Влог я не закончила, чуть не забыла с вами попрощаться. Чуть не забыла. Завтра у нас кое-какие планы. Нам нужно поехать купить бабушке мебель. Нужно купить ей комод. Еще что нам нужно завтра. Пока все, вроде бы. Дальше посмотрим. Ладно, все. Пока-пока. И увидимся завтра.